Прошедшие выходные выдались снежными и не очень морозными. Чем занимались химчане в эти дни, мы узнали на улицах городского округа. Ну, домашние дела. Да. К сожалению, уже, видимо, или возраст, мало куда езжу, к сожалению. Последний раз я ездил в Москву, в Кремль. Ух ты, что там было? Ну, я не в сам Кремль-то с родителями не заходил, но за Красной стеной. На Красной площади был, да? Да. Здорово, понравилось? Да, классно. Я провела за изготовлением пельменей уральских. Я с Урала. Все. Здорово. И мы всей семьей приехали. Дочки две, муж, я. Налепили пельменей. И привет. Я вообще-то пенсионерка, ага. Но мы ходили в метрополис с маленькими внучкой и с племянницей. И ходили на мультики. Так, здорово провели. Здорово провели. Время нормально. Потом заходили в пиццу. Так что все было прекрасно. Что вообще советуете делать вот сейчас в зимние выходные? Ну, не знаю, я вот спортом любим заниматься. На горке, на санке, на лыжи. Кататься на санках с горки, побольше активности. Зимние дни советую теплее одеваться, по большому счету. Да. И не гулять долго на улице, чтобы не замерзнуть. Красиво, весело, с душой, с баней. Так. Ну, баночку пива можно пить хорошего. Да? Не больше. А чай с медом? Обязательно. И чай, и мед, и все. В общем, зимой что? Баня, да? А зимой нет, баня? Нет, а баня круглый год, мадам. Баня, это, понимаете, это уже образ жизни. Кто знает баню уже, все. Я вот родился в Химках, и я регулярно хожу. Каждый вторник вот зад пойду я в баню. У меня насыщенные выходные всегда, потому что у меня трое детей. Вот. Они сходили на спектакль в ДК «Родина», рождественский православный. Потом гости мы ходили, с горок катались на Барашкинском пруду.